Небесно-голубой, нежно-розовый и белый – это основные цвета этого сезона. Без них этим летом модницам точно не обойтись. Модные тенденции предлагают нам большое количество разных интересных вариантов, но одним из главных трендов этого сезона это будут плиссированные юбки. Едва ли можно сказать, что плиссированные юбки выходили из моды, но в этом сезоне они на пике популярности. По воле дизайнеров именно трендовыми будут являться длина миди либо макси. Вы можете носить ее как со спортивной обувью, так и с каблуками. Второй must-have сезона – полоска. Она может быть вертикальной, горизонтальной, диагональной, либо это может быть микс полосок. Противопоказаны широкие горизонтальные, это, конечно же, девушкам, которые хотят выглядеть стройнее, и девушкам невысокого роста. Им лучше все-таки выбрать вертикальную полоску, поскольку это вытянет силуэт, сделает их визуально выше и стройнее. А девушкам с высоким ростом можно позволить себе, в общем-то, любую полоску. Следующим трендом будут являться брюки. Я советую выбрать два варианта, два фасона брюк. Это широкие совсем брюки и другие свободного фасона, либо джинсы. Свободные брюки с высокой талией вы можете носить как с кроссовками, допустим, в спортивном стиле, так и надеть их на вечер. Что касается джинс, то здесь показаний всего два. Это высокая талия и дырки. Джинсами могут быть не только брюки, но и всевозможные рубашки, юбки, жилетки, куртки и пиджаки. Без этого прохладными летними вечерами просто не обойтись. Еще один тренд этого сезона – блузы, топы и платья со спущенными рукавами. Их рекомендуют сочетать с прямыми юбками, брюками или джинсами. Исключение – юбки мини.